Извините за то, что я применял мат. Матершился. Ну, матерился. Матюкался. Буду, только попозже. Чел, ты уже не в бою, насколько я понимаю? Да, крал. Ты чё, дядя? Опустись нахуй на землю, ты. Ля, ебанку. Ля. Уебан. Полетел, сука. А, шо? 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 А. Эй, родной. Ты чё, ебанку? В чем дело? Так спокойно стало, сразу, знаешь, так уши начинают радоваться. Глокорожденная, сука, в натуре. И вот вас послушаешь в интернете, вот такое чувство, что вот дебил. Ягмар активирует дракон за 2000 рублей. 3450D. Лена, что с ебалом? А, шо? А, шо? А, шо? Хуйня говорить, шо? Ты пи***ц, вот что могу сказать. Шо? Ты кончил. Шо? Пошел нахуй. Шо? А, шо? А, шо? А, шо? А, шо? А, шо? Я тебя достану! Покончим с этим! Шо? А, 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 шо, а, шо, а, шо, а. Урод, нюхать жопу будешь сейчас? Сейчас, подожди. Посунь носик, урод. Козел, сука. Я хочу говорить с тобой, диалог вступить, малышка. Да какого опастись, блядь, я ничего не хотел, я просто миссию выполняю. Передаю привет кишкоблуду Гоше. W. Да, тяжело вам, наверное, и шаками живется, да? W. Понятно. Тяжело быть и шаками, опять. W. Я поздравляю вас, операция в Counter-Strike наконец-то вышла! Брелки, 65 новых скинов, нож кукри! И ты можешь забрать билет новой операции совершенно бесплатно. Как? Рассказываю. У Epic Drop вышла обнова одновременно с CS'ом и называется она Armory Helper. Это твой помощник по прокачке операции внутри Counter-Strike. Выполняй простые задания на сайте и уже за 15-й выполненный квест получи целых 2 билета операции и летай на ВП на халяву. Epic Drop — это единственное место, где в кейсе за косарь ты можешь выбить сразу 5 билетов операции. Да, новая операция не обменивается и не продается на торговой площадке, но при выводе билетов операции эпики просто отправят на баланс Steam сумму, равную их стоимости. А ведь Armory Helper — это не просто задание, это целая мини-игра с бесплатными скинами из новых коллекций. Короче, переходи по ссылке и забирай Armory Helper бесплатно, чтобы прокачать операцию в КСке быстрее всех. W. Лена, а что с ебалом? Я прошу прощения, конечно. Мне похуй твои прощения, тупые. Шо? А? Шо? А 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 шо? На тебе пот, сраку, дед! Вдогонку! Ты как женщина выключил мозги у врагов, чтоб пробежать как нежный новичек. Зафиксировано? Ты очень оказался. Акунерожденный! Если тебе нужно что-то простое и надежное, клянусь и с миром. Я ничего не выключал, женщина. В чем дело?
Клинки всегда защищали и наставляли дракона рожденных. Но теперь наша цель — вместе мы должны остановить драконов. Даже если придется всех их закопать в землю своими руками. Чё ты быкуешь, родной? Блять, походу игра запинговала. Да. Па-па-па-па-па-па-пам. Ну-ка. В чем дело? На Твич не тянет. Я что, похож на пидора, чтобы меня тянуло на какой-то говно Твич? Если бы на Твиче были бы нормальные стримы. Заговор активирует дракон за 2000 рублей. 3450D. А что с ебаничком то? А, шо? У человека мать все, мать уже все мать, а он вот это вот W, понимаешь? У него мать все, он W, W. Да. Заадмор активирует дракон за 2450D. А что с едалом? Ты самарский Давакин, а налорожденный попущ. А, шо? 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 А, съебан петушок. Эй, ты, женщина. Так, здесь у меня появилась загвоздочка. Чё-то, сука, система какая-то здесь замудрённая. Сам. И как мне понять, где какая фигура, изображение? Что это такое? И как мне посмотреть здесь? Я, блядь, не пойму нихуя! Что? А где подсказки? Что это такое? Я не понял нихуя. Что это такое? Заадмор активирует волки за 150. Грустно стало. Даже ашо не могу. Четыре, пять, ноль, девять.
активирует ультраволшебный пиздель за 550 рублей. Чего, блядь? Ёпта. Ну охуеть, сука. Ай. Тебе надо выбрать круглый знак на всех колоннах. Да что ты говоришь, блядь? А если... Задмара активирует волки за 150 рублей. Спасибо, просто. Деда, а как в целом дело у тебя? Как настроение? Блядь! Я тупой. А сейчас что с ебальниками вашими творческими? Ой, блядь, по-моему, я проебался. Теперь ты поплакаешься. Что происходит? Объясните. Типа я сейчас отсосал, почему? В тот раз такого не было сосания. Я сейчас умер. Боже, ты не идешь туда, куда тебе надо. Ебаная сука тупая, это твоя мать. Вот так вот ответь ей. Если у меня с ней был секс, она не говорит о том, что она красивая. Задмара активирует волки за 150 рублей. Все мои волки делают ауф. Я, конечно, прошу прощения, но... Шо. Гойда. Да, блядь, гойда, почему меня гойда, сюда несёт в эту дырку? Гойда. Секс. Так, а тут чё? Ну, типа, это хуйня, она же, типа, ну... В смысле, тут же дырка закрыта, чё? А, понял. Понял, там рычажок. Работает система волчка-давка. Ой. Боже, чел прошел на изи. О, умер хуй собачьим и шаг. Рот закрой. О, умер и шаг. Заткнись свой рот, мудак.
Мне все это нахуй не нравится уже. Это уже все, это уже переходит все ебаные рамки, которые мне здесь, блядь. Падальщики. Сука, смекалка не сработала. Заадмара активирует драконий жрец за 1500 рублей. 3450D. Что с ебалом? Забаховалось. Я понял сейчас. Валера, ты в курсе, что сюжетка Скайрима проходится за пару часов? Ты каким-то чудом смог растянуть это действие на 3 стрима. Хочется спросить, как дела? Все нормально. Когда уже мужские блоги пены? Сейчас, Жмакс, запускай зомби уже. Понимаю, ты хочешь одержать победу над 30 сонными зяблами в 3 часа ночи. Но мне похуй. Ваше присутствие — это словно попуск. Вы всегда во всех играх просто неженки. Вы играть не умеете. Дагмара активирует волки за 150 рублей. Пена, а что с ебальничком-то? А, шо? А, шо? 3450D. Шо? А, 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 шо, а, шо, а, шо, а, шо, а, шо, а, шо, а. Как пройти здесь? Видишь? Что за хуйня? Товарищи, что за хуйня? Ребята, объясните, что за хуйня. Почему у меня не проходит? Блять, почему? Меня напустили.
перезайти в рабочий стол. Ясно. Понятно, лакрица. Что это? Соблюдать. Гладвалак, ступа. Еще одна легенда, Эстир. Тупо еще одна легенда. Человек, который доказал, что просто на... Можно даже не на одной какой-то фишке выехать, а можно ее довести до такого абсолютно... Голосование. Смешной, прикольный. Small, и образ смешной, прикольный. И... А вот... Так, пусть будет. Все-таки тут тоже важно соблюдать. Гладвалак, ступа. Еще одна легенда, Эстир. Тупо еще одна легенда. Человек, который доказал, что просто на... Можно даже не на одной какой-то фишке выехать, а можно ее довести до такого абсолюта. Ты и сам смешной, прикольный, и образ смешной, прикольный, и аудитория смешная, прикольная. Короче, может быть, сейчас, конечно, Гладвалакс не на подъеме, но пенис Денис, он действительно заслуживает, ну, всяческих похвал как контент-мейкер. Я считаю, что, блять, человека за два раза банили на разных ресурсах за драку с самим собой. Вдумайтесь на... Просто в это. Вдумайтесь. Чит банит. Да, легенда говорит о легенде. Интересно. А, этот придурочный. Опять волков призывает. Он меня не даст подождать. Он будет эту хуйню призывать здесь. Это теперь арена для моего Кейна. Все, этот и шаг теперь мне не даст подождать. Он прямо вот сюда к этому, блядь, голове будет и призывать их. Он же ёб, блядь. Понимаешь, он дебил. Конченый человек, он, блядь, ему надо в дурку, сука. А он резвится здесь в интернетах своих. О, вот, вот, видишь, что? Ой, сука, да. Нажми Т. Базар XT. А, базар вокзал Родригес. А, вот это, вот ты, кстати, проявил мигалку, родной. Давай подождем, Родригес. Хм, интересный манускрипт. Задмар активирует волки за 150 рублей. Вот еще, вот раз еще, пожалуйста, вот встречайте Даун. Вот мы Дауна там встретили снова. Наш ебланчик никак не успокоится, петушок. Ко-ко-ко-ко. Дебил, блядь. Великолепно. О. Какая сраная. А, вот и печать крови. Еще одно забытое искусство Гавира. Наверняка приводится в действие. Да. Задмар активирует волки за 150 рублей. Петушок, ку-ку-ку. Где этот пи***? Опять забурился, блять. А что, С. Эбелон? А, шоу. А, шоу. А, шоу. Где этот уёбок? Я сейчас вот его быстрее брать, блять! Шоу. А, шоу. А, шоу. Эй, пи***, я здесь, уёбок. Шоу. А, шоу. А, шоу. А, шоу. А, шоу. А, шоу. А это кто с ним? Шоу. Это штука, дельфин. Шоу. Хуй его стоит там, блядь. Шоу. 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 Давайте пойдем дальше. Давайте-ка посмотрим. Господи. Терпение, солнце мое. А коверцы никогда не отличались прямотой. Родила теперь нахуй.
кому не нужна. С личинкой, блядь. Дагмар активирует дракон за 2000 рублей. 34-5 рублей. Венчик, а что с ебалом то? Шо? 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 А знаете, как звали петуха, именно конченого? Объясняю. Его звали Даун. Ну, в смысле, Дед Мороз. Тупой лох.